когда идете по сену дома среди тюков, будьте аккуратны. Здесь может лежать поросенок. Вот он, хряк. Ну, спи, спи, спи. Залез под сено, чтобы его солнышко не припекало. Ножки только торчат. Все от жары с ума сходят. 30 градусов. Вон самка. Недавно опоросилась. Поросянки сейчас все маленькие. Ну, уже на разведку ходят. Да, спи, спи. Наверное, недели даже нету. Несколько дней буквально. Живут они вот здесь, в сарайке. Очень удобно. Шпалы поднимаешь вверх на лето. Ой-ой-ой, идет разбираться со мной. Шпалы наверх поднимаешь, и там из загородки они сюда выходят в загон. На зиму эти шпалы опускаем вниз, вставляем окно, и все. Вот, например, здесь один выход для этой самки, а там уже другая самка может сидеть. Да, Яшма? Красотка. Тут эти вон вялятся от жары, лежат, не знают, куда спрятаться. Сейчас брошу шлангу, наверное, и напущу им воды. Пусть в грязи поваляются. Ты не хочешь стоять на привязи, да? Так ты же мне мешать будешь. Ест. Вкусная, наверное. Сейчас, если шлангу не сорвет, посмотрим. Что, идешь переворачивать уже чашку? Ой, еще одна идет. Ну-ка, шлангу не грызть. Пузыри пускает. Шлангу не грызть. И меня тоже не грызть. Фонтанчик. Замерла, прям стоит. Иди сюда. Иди сюда. Хряк. Катается. Обрызгали все. Прям просит. Thank you.
все, валяшки по валяшке начались. Вяне ополоснуть? Не нравится? Тебя тепленькой водичкой надо ополоскивать. Не надо ко мне подходить близко. Давайте я тут тоже лужу сделаю. Лошадь вот у меня вся замарается из-за вас. Да, лошадь моя. Ты моя лошадь. Ты моя лошадь. Так, ну-ка, нельзя. Нельзя. Спит моя лошадь. Спит моя лошадь. Сейчас тоже будем чесаться. Заниматься будем, да, с тобой тоже заниматься. Вон чешется, как все, самой хочется тоже кого-то почесать. А чё ты уши прижала? Чё ты уши? От удовольствия? Да, от удовольствия, конечно. Линяет еще вся. Линяет еще вся девочка. Девочка красивая. Да, девочка. Вот так вот мы воду выливаем. Лошади отдельно делаю. Иначе ей не достается. Они сами напьются, выльют все. Она у меня без воды. Тут не достают в клетке.